Власти Зимбабве обращаются к международному сообществу за помощью. На юге этой страны объявлена чрезвычайная ситуация из-за проливных дождей, которые не прекращаются уже 3 месяца. За это время жертвами стихии стали порядка 250 человек. Свыше сотни пострадали. Еще более 2000 людей остались без крыши над головой. Согласно подсчетам местных властей, на ликвидацию последствий стихийного бедствия, а также на помощь пострадавшим понадобится 100 миллионов долларов. Между тем, разрушены не только дома, но и мосты, размыты дороги. По словам синоптиков, дожди не прекратятся до конца марта.